находимся с вами в самом центре города, в районе автовокзала, склеп Деметры перед нами и вот такой сквер, который был в запустении, в заброшенном состоянии. Сегодня видим здесь целую бригаду, которая убирает. И не просто вычищает, убирает мусор, но сегодня они взялись раскапывать дорожки пешеходные. Оказывается, под слоем грязи и травы там где-то внутри обычная простая пешеходная дорожка с советской плиткой. Ребята рассказали о том, что работают на частного предпринимателя ИП Тубальцев. Он выиграл контракт на уборку общественных территорий. И они вот всю зиму вычищали город. Мы не можем не отметить, что их работу видно уже. Очень стало чисто, даже в отдаленных районах, таких как Змеинка, Маяк, Героевская. Интересно, как они работают. Создали бригаду, примерно 25 человек, из крепких мужчин, которые вот идут впереди в арьергарде и убирают самый тяжелый мусор. Примерно 100 человек, они сказали, работает у частного предпринимателя. Он их обеспечил одеждой и различным инвентарем. Вот видим, они покос травы осуществляют. Есть машина, которая вывозит мусор. Сказали, что договорились с Крымэкоресурсами. Работают, убирают так, что не остается ни одной бумажки, как будто все вычищено, вылизано. Очень приятно видеть результаты их работы.